судить не то, что в непрофессиональных, а уже в истерических и даже недопустимых тонах. Когда господин Рау 15 февраля находился с визитом в Москве, мы провели с ним обстоятельные переговоры. Тогда он говорил о важности проактивного, позитивного подхода, поиска развязок, отказа от взаимных обвинений. Мы такой настрой поддержали. Высказали убежденность в том, что председательство должно способствовать формированию объединительной повестки дня, достижению компромиссов. Для этого важно оставаться в рамках мандата председателя, придерживаться статусно нейтральных подходов, как принято говорить, избегать неконсенсусных формулировок. То, что называется выполнением роли честного брокера. Однако сегодня мы можем констатировать, что польское председательство ОБСЕ свою миссию почти провалило. Хотя на дворе лишь середина марта. Уже 5 марта по итогам переговоров с государственным секретарем США господин Рау высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государств-участников организации. Это вопиющее нарушение Польши мандата действующего председательства ОБСЕ, утвержденного на СМИТ в Порту в 2002 году, а также решением постоянного совета ОБСЕ за номером 485 о публичных заявлениях. Смысл работы действующего председательства заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государственными участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию в ОБСЕ.